В Приморье власти сократят авиаперевозки из-за трудностей с ремонтом западных самолетов. Власти Приморского края решили сократить авиаперевозки в регионе на канадских самолетах DHC-6, так как из-за санкций в 2023 году нельзя будет отремонтировать их двигатели. При этом именно на этих самолетах единая дальневосточная компания «Аврора» выполняет основные региональные перевозки пассажиров. Всего из эксплуатации будет выведено 3 канадских DHC-6, у которых закончился срок использования двигателей. Чтобы обеспечить авиационные маршруты на территории края, с 2024 года региону нужно заменить западные самолеты 6 «Байкалами» производства Уральского завода гражданских авиалиний. Однако предприятие согласовало график на поставку только 5 самолетов лишь к 30-му году, пишет Игнатенко. В связи с этим власти Приморья ищут зарубежные компании, которые согласятся отремонтировать двигатели самолетов DHC-6, пояснил замминистра транспорта с дорожного хозяйства региона Тимонов. По его словам, пока власти вынуждены сократили количество внутренних рейсов в 2 раза. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, надавите на колокол и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.